дорогие подписчики канала Смерч Инфо. А как видите, я под Новый год заболел. Не будьте как я. Будьте умными. Не подвергайте себя опасности заразиться. И тогда у вас все будет хорошо. В наступающем Новом году больше прекрасных видео на канале Смерч Инфо. Больше прекрасных книг. Нет, ну будет, конечно, больше хуёвых книг. Ну и прекрасных тоже будет. Вот вместе с вами в рубрике значит, «Приговор» Левенталь на канале Смерч Инфо. Всех поздравляю с Новым годом. Всем желаю быть здоровыми и не брать пример с меня, дурака. Пока! Всем привет! Я магическая Снегурочка. И я привезла вам волшебных тюленей. Сейчас мои тюлени загипнотизируют вас. Следите за ними. Они загипнотизируют вас, как Кашпировский. Они настоящие коучи. Мои тюлени приносят много успеха. Танцуют. Танцуют.
Магические тюлени. Нового года, друзья! Желаю вам, чтобы ваши всякие штуки также поднимались в горку, как камера нашего оператора. Ёлка не зажглась, света нет с утра, пепел и матрас, черная дыра, паспорт, перчатки, ключи, телефон, был да весь вышел, вышел вон. Кто виноват, сам виноват, что делать, снимать штаны да бегать. Кто виноват, не, блин, давай еще, кто сам виноват, что блин, что делать, снимать штаны да бегать. Красный свет, пустой переход, сорванный тормоз, стеклянный лед. Маст, блядь, что там дальше-то? А, скальпель, перчат, блядь, скальпель, наркоз, скальпель, наркоз. Доктор, я буду танцевать только бабочку? Нет. Кто виноват? Сам виноват. Что делать, снимать штаны да бегать, кто виноват, сам виноват, что делать, снимать штаны да бегать, врачи пошутили, нет, это уже было, не было, не было, не было, не было, врачей не было, про скальпель же было уже. Книжки нет, все, ладно. Потом мы ее разучим. Поздравляю вас еще раз с Новым годом и желаю нового счастья лично вам, а не всякой хуйне, блядь. Вот. Спасибо.